Ушедший год стал очень непростым для отечественной экономики. В этих условиях федеральное правительство ввело целый комплекс мер по поддержке бизнеса. Среди них всевозможные налоговые послабления, что должно стать заметным подспорьем для предпринимателей. В частности, перенесен срок уплаты ряда налогов, введены льготы, продлены налоговые каникулы, смягчены санкции, а также были отменены многие проверки. Однако в нашем регионе в наступившем году появились и обратные примеры. Так, предприятия Верхневолжья уже стали получать платежные квитанции от компании «Тверская генерация», в которых больше не указывается сумма начисленного НДС. Данное обстоятельство выясняется тем, что поставщик тепла находится в стадии банкротства и не может платить налог на добавленную стоимость. Таким образом, уплата НДС, по сути, переложена на плечи бизнеса. В результате общая сумма счетов выросла более чем на 30%. Наш телеканал обратился за разъяснениями в региональное управление антимонопольной службы, а также в приемную полпреда по защите прав предпринимателей Тверской области и другие инстанции. Мы будем разбираться в ситуации и обязательно вам расскажем о том, почему было принято такое решение, насколько оно обосновано и правомерно.